К созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций приступит уже в этом году. Подготовку площадки, этапы возведения комплекса, формирование научной базы обсудили на рабочем совещании в Доме Республики. Но вот в марте на территории будущего музея начнут строить визит-центр площадью в 200 квадратов. В нем разместят мини-экспозицию исторических артефактов, лекционный амфитеатр, кафе и смотровую площадку. В перспективе рядом с музеем появится гостиница, центр башкирской лошади с манежами для скачек, а также ремесленная деревня. Летом планируют здесь провести 4 археологические экспедиции с участием экспертов из Узбекистана и Азербайджана. Ну и в изысканиях будут применять самое современное оборудование. Закуплено первая очередь оборудование для цифровых методов исследований, которое в данный момент широко применяется в наших научных изысканиях. Готовится к закупке крупный беспилотный летательный аппарат со встроенным лазерным сканером, который выведет методы документирования памятников археологии на новый качественный уровень. Комплексы научных исследований будут включать палеогенетику, это древние ДНК человека, изотопный анализ, это диета древнего человека, ландшафт, климат, реконструкцию лица по черепу. Глава региона Ради Хабиров поручил подготовить дорожную карту создания музея, прописать график и объемы работ, определить ответственных, ну и документ обсудят в правительстве уже на следующей неделе.